Военная авиация России. 100 лет на службе отчизне. Штабс-капитан Петр Николаевич Нестеров. Русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа. Впервые в истории авиации выполнил мертвую петлю, названную впоследствии петлей Нестерова. 8 сентября 1914 года Петр Нестеров совершил свой последний подвиг. Протаранил немецкий самолет-разведчик. 12 августа. Аэродром Жуковский. Вход только по пригласительным билетам. Узнай больше на сайте www.100letvvs.ru.